Наши питомцы дарят нам незабываемые минуты общения и радости. Но печальный день расставания рано или поздно настает. Подумайте о последнем подарке любимому питомцу. Сделайте его уход торжественным и достойным. Подробная информация на нашем сайте. Пес оказался на улице по той причине, что хозяева от него отказались, потому что он слепой. Гэри, так звали пса, было 12 лет, когда приют отдал его на передержку в семью с маленькой девочкой, которая с ним забавлялась и каждый день играла. Гэри обрел больше, чем просто крышу над головой и миску с кормом. Он обрел семью. Пес ведь не понимал то, что он на передержке. Так вот, через 3 недели Гэри приглянулся пожилому мужчине из другого города, который сразу же забрал животное себе. Мужчина заботился о Гэри, ухаживал за ним, но по псу было видно, что он скучает по той девочке, что каждый день с ним играла и постоянно тоскует. В один из дней Гэри вырвался из ошейника и побежал в другой город, к той, по кому так скучал. На машине этот путь занял бы 40 минут, а немолодой слепой пес справился за 3 дня, учитывая, что на улице была зима. Гэри совсем выбился из сил и уснул на пороге дома той семьи, к которой так стремился. Нашла его как раз та девочка, к которой он так тяжело добирался. Она тут же завела любимца домой, и все коллективно приняли решение, что пес тоже имеет право на мнение. Таким образом, Гэри сам выбрал себе семью, в которой и живет по сей день. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями.